Привет, пап. Хочу заехать домой на пару дней. Целую. Есть воспоминания, которые никогда не сотрутся. Нравится? Чувства, которые никогда не изменятся. Привет. Я уж думал, не дождусь. Ты всегда с запасом приезжаешь. Вот, уже пилить начала. Ладно, идем. Встречаешься с кем-нибудь? Ну да. Жаль, у тебя никого нет. У меня есть ты. Кремен! Но есть тайны, приводящие нас за грань тьмы. Я люблю тебя, милая. По-прежнему остается много вопросов, но похоже, что мишенью должен был стать детектив Томас Крейвен. Они вооружены и очень опасны. А я что, нет? Это будет личное место. Номер. Эмма Крейвен, слушаю. Мистер Крейвен, нам нужно поговорить. Кто ты такой и что здесь делаешь? Хотите узнать, кто убил вашу дочь? Чем занималась моя дочь? Эта информация засекречена. Эмма Крейвен была определена как потенциальная угроза США. Только не моя дочь. От режиссера фильма «Казино Рояль». Все говорят о власти, но ничего толком не понимают. Такие дела никогда не раскрываются и просто не дают ход. Откуда ты знаешь? Потому что я был одним из тех, кто этим занимался. Ты поедешь со мной в Бостон. Добро пожаловать в ад. Ну как, нравится? Отменить выполнение. Поздно, все уже сделано. Никого арестовывать не буду. Я и не сомневался. Мел Гибсон. Это не ваш участок и не ваша юрисдикция. Мою дочь звали Эмма Крейвен. Мне нечего терять. Пристегни ремни. Граница тьмы. Пришло время выбирать. Будешь болтаться на кресте. Или вколачивать гвозди. Зимой в кинотеатре. Я люблю тебя. И всегда любил. Хочу взять тебя в жены. А я тебя. И никого другого. Я вернулся домой, чтобы растить хлеб и детей. И жить в мире, если позволят. Мы будем благороднее, чем они. Мы пощадим женщин и детей. Мел Гибсон. Остальным только смерть. Принесите мне сердце Уоллеса на блюде. Куда собрался? Затею драку. А что, верно? Зря что им наряжать. Возвращайтесь в Англию и передайте. Шотландия свободна. Он будет биться до конца. Они могут отнять у нас жизни, но никогда не отнимут свободу. Храброе сердце. Умирают все. Но не каждый живет по-настоящему. Он – ночной кошмар всех преступников. Коп, обожающий опасность. Без стрельбы и мордобоя, просто задержи его. Реально готов прыгнуть? Да, мне пофиг. Давай. Эй, погоди, стой. Давай. Он собирался выйти на пенсию. Теперь жалеет, что не успел. Ствол! Рикс, это твой новый напарник. Напарник? Я слишком стар для этого. Если эта парочка сможет ужиться... Что у тебя? Смит и Вессон. Старики любят револьверы. У злодея не останется шансов. Смертельное оружие. Главное, никого не убивай. Я определенно слишком стар. Ты настолько крут, как хвастаешься. Никто меня не убивает. Ты сам по себе смертельное оружие.
Хоть кто-то остался живым после встречи с тобой? Ну да, ты еще ходишь. Смертельное оружие. Заключенный номер 742. Определен во второй блок. Мы работаем над этим словарем уже 20 лет и не сдвинулись с места. Я верю, что экстраординарные способности мистера Мюррея станут нашим спасением. Это огромнейшая задача. И невыполнимая. Я нашел уникального специалиста для нашего дела. Вот только с ним есть одна проблема. Он сумасшедший. Не верю, что добился встречи с вами. Вас охраняют как самого опасного преступника Англии. Я долго ждал вас. Теперь мы настоящие партнеры. Вся моя жизнь, все, к чему я стремился, было подготовкой к этому труду. Они считают, что я безумен. Я сделаю все, чтобы вытащить вас отсюда. Мне нужны только книги. Вот что нам удалось пока опубликовать, и это только начало. Имя Уильяма Майнера нигде не должно упоминаться. Чего вы так боитесь? Разве преступник не может искупить вину? Мистер Черчилль! Если вы верите, что каждый человек в своей жизни заслуживает получить шанс, мы должны освободить его, или он погибнет. Когда я читаю, я улетаю из этого места на странице книг. Я уже достиг края света на крыльях слов. Мы теперь связаны. Как братья. Американец и шотландец. Один из Оксфорда, другой из Йеля. Один гений, другой преступник. И я не знаю, кто из нас кто. Этот безумец гениален и обведет вас вокруг пальца, чтобы выйти на свободу. И все-таки я готов рискнуть. Icon Productions. Пусть все нации знают, мы заплатим любую цену, возьмем на себя любое бремя, выступим против любого врага, дабы гарантировать сохранность и успех свободы. Джон Кеннеди. Пап, что такое война? Это когда одни люди хотят лишить жизни других, а потом солдаты вроде твоего папы пытаются остановить их. Мирно! Добро пожаловать! Мы будем воевать верхом. И вот ваши кони. На вражеской территории, за 10 тысяч миль от дома. И все-таки они хотят лететь с вами. Наверное, считают вас лучшим, Крэндалл. Полагаю, у меня есть выбор? Нет, его нет. Сегодня я приказал послать во Вьетнам 125 тысяч солдат. Позже потребуются дополнительные силы. Перемещаемся под огнем, господа. Будут убитые. Нам предстоит сражаться с сильным противником. Тьма кромешная, ничего не видать. Надо осветить периметр. Ребята такие молодые. Я смотрю на них и вспоминаю наших мальчишек. А каково быть солдатом и отцом? Надеюсь, успех в одном поможет мне и в другом. Когда мы вступим в бой... Я первым сойду с вертолета и последним сяду в него. Мы вернемся домой все вместе. Мы были молодыми, смелыми. Мужьями, женами, отцами, сыновьями, матерями. Дочерями. Знаешь, что говорит американский солдат, умирая на поле боя? Передай моей жене. Я люблю ее. Это мои солдаты, и я должен их спасти. От создателей «Отважного сердца» Мел Гибсон. Рэндалл Уоллес Филм.
Парни отлично поработали. Мы не пропустим их, сэр, не сомневайтесь. Мы были солдатами. Фильм основан на реальных событиях. Скоро в лучших кинотеатрах страны. А папа уехал? Нет, дорогой. Просто мы решили, что лучше жить по отдельности. Слава богу, ты его вышвырнула, неудачник. Это история Уолтера Блэка. Как видите, он в глубокой депрессии. Любящий семьянин и успешный бизнесмен – это больше не про него. Уолтер перепробовал все. Ничего не помогает. Что это? Новый мозг. Мама говорит, с твоей не все в порядке. Короче, Уолтер уже отчаялся прийти в себя. Однако скоро он найдет свое второе «я». Ты только посмотри на себя. Я болен. А поправиться не хочешь? А ты кто? Я бобер, Уолтер. Я могу спасти твою пропащую жизнь. Человек, который дал вам эту карточку, проходит курс куклотерапии, цель которой – помочь дистанцироваться от негативных аспектов его личности. Это такая шутка, да? Нет, сынок, это перезагрузка. С добрым утром. Уолтер только что уволился. И теперь ваш босс – я. Забавно, правда? Знаешь, что это? Бобер? Это будущее. Игрушечный набор бобра-строителя идет просто на расхват. Я была очень терпеливой, но мне нужен ты, а не он. Уолтер – ничтожество. Забудь его. Хочу к папе. Я знаю, приятель. Когда я был маленьким, я хотел только одного – быть похожим на тебя. Потом я вырос и решил быть кем угодно, только не тобой. А теперь? С чего начнем? Начнем с хорошего. В недалеком будущем цивилизации настанет конец. Не останется героев. Говорят, люди перестали верить в героев. Тогда кто мы такие? Ты и я, Макс. Мы покажем, кто такие герои. В недалеком будущем останутся только психопаты и дорожные патрули полиции. Макс – один из патрульных, стремящийся защитить семью и просто выжить. Его единственное оружие – месть мощностью в 600 стальных лошадиных сил. Безумный Макс – карательная сила будущего. Настоящие джентльмены просто так не собираются. Пошел, пошел! Давно не виделись. Куда вы без меня? Глазам не верю. Мы были друзьями. Первые неудержимые. Но не сработались. Что дальше? Перезагрузка.
Добро пожаловать в 21 век. Девчонка, что надо? Вот только с парнями ей не везет. И это все? Вся твоя команда? Время поджимало. Да, не слабо так поджало. Новые герои. Новые игрушки. А это что за хрень? Новая миссия. Эй, парни, зря ты не убил меня раньше. Скучаешь по детишкам? Жду в гости. Мы слышали, ты вновь разжился крупными неприятностями. Поделишься со старыми друзьями? По лестнице не пробовал? А, их всего 10. Безумец. Отчаянный, но безумец. Неудержимые 3. Обожаю этих парней. Смотрите в кинотеатрах с 14 августа. Тату-салон. Пап? Слушаю. Нужны бабки. Сейчас. Или мне жопа. Оставайся там, еду. Мужика моего пристрелили. И теперь куча народу меня ищет. Давно на этом сидишь, правду говори. Нашел ее? Ее жутко переламывают. Знай, пусть прокапают. Я ее первый раз за много лет увидел. Не буду я ее незнакомым людям отдавать. Татуху хочу. Салон закрыт. Прости, пожалуйста. Друзья у тебя симпатяги. Не в ту глушь заехали. Погнали отсюда. Даже не представляю, чем ты их так разозлила. Чего им от тебя надо? Они работали на моего парня. Не трогайте ее. Я его убила. Лидию Карсон, возможно, сопровождает Джон Линк. Ордер на меня. Езжай домой. Тебя воспитывали 3 отчима, а должен был я. Я убийца. И ответишь перед Богом. Но не сейчас. Пошла. Боже, нет. Ловит лишь тех, кто ошибается. Будешь со мной. Я о тебе позабочусь. Мел Гибсон. Я прекрасно тебя вижу. Она последний луч солнца в твоей жизни. На что готов ты, чтобы защитить свое? Можете забыть про видео. Папа! Сначала разберитесь со мной. Кровный отец. Скоро на экранах. Я всегда боялся, что когда придет пора расплачиваться за грехи, цена окажется слишком высокой. Он хотел забыть свое прошлое. Я был на войне и больше не желаю воевать. У меня 7 детей. Я не позволю им расти без отца. Его семье угрожала гибель. Мы должны быть там. Я запрещаю тебе! Я не ребенок! Ты мой ребенок! Его сын отстаивал свои убеждения. Отец, я считал, что у тебя есть принципы. Будут у тебя свои дети, тогда поймешь. Только я не стану прятаться за их спины. Его ждет публичная казнь. Полковник, умоляю, по законам войны. Хотите получить урок по законам войны? Или, может, ваши дети хотят? Нет! Я убью вас до конца войны. Зачем ждать? Я вернусь. Прошу вас перевести моего сына под мое командование. Начну я, цель 7 офицеров. Мы не знаем, когда и откуда они нападут. Неплохо ты стреляешь в седле. Отец научил. Сколько их было? Всего 1. Один человек больше напоминает призрака.
доставить сюда этих призраков. Сколько людей у Корнуоллеса в подчинении? 12 тысяч солдат. Я набираю людей в отряд. Кто с нами? Джентльмены так не поступают. Сочту за комплимент. До того, как стать солдатами, они были семьей. До того, как стать легендой, они были героями. До того, как родилась страна, они сражались за свободу. Мел Гибсон. Патриот.